утро, около 7 часов, 4 августа 2017 года, пятница. Я тут затаился, смотрю, как они ведут. Это у меня дикари, самые настоящие. Они гоняют этих и не дают им болеть. Вода, два тазика. На это вчера поставил коробка, сбитый ящик. В нем песок мелкий и крупнозернистый, глина и соль. Вот они что-то это. Сейчас, знаешь, шиньоном. Услышали разговор, не поймут откуда. Бросили, там дерутся за пищу всегда. Там тазик с пшеницей стоит полный. Подвешено на проволоке от крыс, от мышей. А проволоку, чтобы не ударились, привязаны палочки. Вот они поднимаются. Ну, вот так. Надо идти завтракать. Уходим сегодня в лес. Новые сваи готовить на старые прорыв. О, сколько вас тут у меня. Вот тазики. Два тазика с водой. Закрытые и придавленные тяжестью. Она сейчас смещается. Ну, а тут что говорить. Вот новые гнезда сделали, уже парить сели в них. Из нового гнезда. 18 гнезд новые сделали. Никакой пользы-то от них нет. О, сколько их тут набилось. А. Вот это вот старый голубь, породистый. Но уже нигде не участвует ни в чем. Я с другой стороны ухожу. Что-то Сергей Пупков колет дрова. Вон наверху. Это я сверху с голубятни затаился, мне никто не знает, что я здесь даже. А там Виктор Савченко вот стоит, Нестор пилит с вами, Никита что-то там командует, мерку дает. Там у нас яблони, ягодки. Вот утро раннее. А это вот Шлема тут, как я говорил, богатыря. Это трава. Куча собрана, и на ней посадили. Что интересно, куры везде гребут, а тут не трогали. Это я с высоты чердака тут сижу. Сейчас мы обедаем и уходим сразу в лес. Сделаны для стирки столики. Это было сделано. Вот душевая. Но нечего было ставить, так и осталось неиспользованное. Виктор. Время-то знаете сколько? Все, уходим. И часы показывают. Брат строго держится часов.